Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! И сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 1245. Нам нужно выяснить, какая часть периода хоккейного матча сыграна, если с начала матча прошло 5 минут, 10 минут, 15 минут, 1 минута и 20 секунд, и 20 секунд. Если период продолжается 20 минут, то есть весь период, это 20 минут. То есть все целое это 20 минут. То есть целое мы можем разделить на 20 равных частей. А уже сыграно 5 минут, то есть 5 из этих 20 частей. Поэтому в первом случае, когда сыграно 5 минут, это 5 двадцатых периода. Когда сыграно 10 минут, то это 10 двадцатых периода. Когда сыграно 15 минут, то это 15 двадцатых периода. Когда сыграно 1 минута и 20 секунд. Чтобы решить в этом случае задачу, нужно все перевести в секунды. 20 минут это 1200 секунд. В одной минуте 60 секунд, поэтому 20 минут это 20 умножить на 60, 1200 секунд. А 1 минута и 20 секунд это 60 секунд плюс еще 20, то есть 80 секунд. В этом случае мы все целое, весь период делим на 1200 частей. Одна часть это 1 секунда, а сыграно 80 секунд. Поэтому сыграно 80 1200 периода. И пятый вариант, когда сыграно 20 секунд от периода. То есть в этом случае 20 1200 периода сыграно. И выполнили задание 1245. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Из вопроса, предложения или пожелания подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.